В нашей стране много проблем, о которых не говорит только ленивый. Но главная проблема и нашей страны, и всего остального мира – это капитализм, который порождает бесправие, социальное неравенство и прочие беззакония. Я считаю, что если у нас появляется возможность провести крупное мероприятие, будь то шествие или митинг, то, безусловно, это отличный опыт коллективных действий и мобилизации. Возможность всем нам вместе наконец-то познакомиться, а не находиться по разные стороны экрана. Увидеть товарищей, соратников, которые так же, как и вы, разделяют ценности свободы, равенства и солидарности. Давайте по-честному. В этой стране ни у кого из нас нет будущего. Этого будущего нет у нас. Этого будущего украли у поколения наших отцов и матерей. И этого будущего не будет у наших детей. Власть имущие очень хотят, чтобы все мы работали по 80 часов в неделю и желательно сдохли молодыми. Сегодня положение наемного работника в нашей стране можно сравнить с положением бесправного раба. Судиться с бизнесменами практически бесполезно, потому что законодательство на его стороне. Это классовая борьба, друзья. Классовая борьба буржуазного государства против нас, трудящихся. Сегодня даже те профсоюзы, которые раньше казались предельно лояльными к власти, типа ФНПР, уже под атакой. В нашей стране есть много политических активистов, которые пытаются как-то самоорганизоваться. Это самоотверженные, смелые люди, которые надеются на вашу поддержку. Они надеются на то, что вы пойдете и покажете, что нас много. Они надеются и убеждены в том, что мы должны показать свой смотр сил. Мы должны показать, что для нас 7 ноября – это не прошлое, это будущее. Сегодня Россия и весь мир оказались в тупике. Не растет ничего, кроме неравенства. И лучше уже не будет. Сегодня все больше людей понимают это. Но лишь очень немногие находят в себе силы, чтобы перешагнуть через собственную слабость, попытаться выйти из своего одиночества. 7 ноября, в 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, на Суворовской площади в городе Москва в 19:00 пройдет митинг против рабских условий труда. Приходи на митинг. Мы за тех, кто работает.